Значит, запись началась. О, я вижу себя. Замечательно. Так. Так. Резюме. Нажимаю. Играем в Факторио с другом. Друга зовут Стивио. О. Как? Ауа, ой. Так. Так. Что есть, что нету? Не знаю даже, что и делать теперь. Просто стою тупо. А, ну угля закину в печке. Так, погромче звук. На клавиатуре звук можно регулировать, как удобно. Так, еще печку возьму, сделаю себе. Парочку печек. Так. Так. Что пишет? А. Вот сейчас это не нужно, вот эта автоматизация. Никак вот не надо. Другое нужно было исследовать. Ну ладно. Ой. Что я сделал? Уголь, железо достал. У меня железа воды больше нет. Так. Так. Сделаю я ремонтные наборы. 26 штучек. Помпу уберу. Опа, не знаю, это не нужно. Бойлеры не нужны. Кирпичи. Кирпичи, зачем кирпичи-то? А, для печки. Нет, для печки нужны камни. Так, дерево пригодится. Так, медь немножко спёр. Провода сделаю. Так, что он говорит? Легко защищаться. Говорит, ага. Я написал, что я делаю провода. Да, для электричества провода. Так, я спрашиваю, следующие провода пойдут? Вот так вот. Да. Тогда майнеры я поставлю. Ага, у меня железа нет. Меди нет. Медь возьму. Так. Майнеры делаю. Угля нету. Оу, какой кошмар. Есть теперь. Так, сундучок. Сундук надо сделать железный. О, он говорит, в сундуке майнеры есть. Да и не те. Да где же сундук-то? Железный. Так, бойлеров у нас полно, нужны паровые машинки. Так, сейчас я сделаю урон. Урон пулями. Ну ладно, пусть будет так. Так, проводов полно. Патронов полно у нас. Так, что будет? Да, меня видно. Так, шторку надо закрыть лучше.
Так. Так, майнеры делаются. Производятся. Так. Делаем майнеры. Два майнера будет у нас. Так. Железодук для бойлера. И манипулятор. Вот так. И провод. Заработало. Сюда угля закинем. Так, сколько у меня у нас угля? Где у нас уголь-то? Ой, два майнера. Три майнера только. Маловато. Больше надо майнеров на уголь ставить. Так. Так. Так, сундуки. Железные нужны, хотя они побольше. Так, руды наберу. Руды. Ой, куда я? Руды накидаю в печки. Так. Железо есть. Что сделать надо? Сундуки. Побольше сундуков, побольше проводов. Что пишешь? Давай, делай бутылки. Он будет бутылки делать. Ты делай бутылки. Ага. Теперь делаем урон башни пушками. Усиление урона пушками. Стены. А, автоматизация нам нужна. А-а-а, кранты нам. Нам кранты. Ремонтировать, ремонтировать. Что ремонтировать надо? Ой, меня убили. Оу, меня грохнули. Кошмар такой. Меня убили. Потому что я не подготовился к нападению жуков. Чё грохнули нам? Где мой трупак? Все подберу. Хорошо, можно трупы подбирать. О. Четыре пушки потеряли с патронами. Вместе. Прекрасно. Потому что я не, ремонтный набор не взял и не починил пушки. Ну и что дальше? Ну ладно, это я починю. Оу! Я не взял ничего хорошего, ценного. Так, автомат где мой? Вот. Автомат взял. Так, это я скину, это скину. Это сюда закину. Пульки я добавлю. Все. А как стены делать? А, надо из кирпичей их делать? Да, стены мы можем делать из кирпичей. Так, три нужны печки. В общем, камней нету, кирпичи есть, камней нету. Так, где камни брать? Оу-оу-оу! Оу! Все, 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 все потеряли. Мы все потеряли. Сундуки, сундуки. А, сундук.
Подонки. Гадюшная. Ну, кое-что я спас. Не нужен уголь. Ну-ну. Так. Сосредоточиться на камнях и башнях. Так, печки. О, 5 печек сейчас я сделаю. Сделал. Классно, быстро. Так, что сделать, майнер? А, майнер, уголь. Уголь я скинул. Так, кирпичи есть, можно делать стены по чуть-чуть, понемножку. Но это не поможет, я чувствую. Так, я пока заберу опять руду железную из печек, излишки. Так, защищу. Вот так вот. Пушки. Пушки защищены. Так, что у нас с энергией? А у меня патронов нету никаких. Сейчас возьму. Возьму патрончики. О, бронежилет. А у меня есть бронежилет? Я посмотрю, у него есть. У него есть бронежилет, а у меня нет бронежилета. Надо сделать один. И стены. Трубу починил. Семь стен есть. Самое главное север защитить. О, во, идут. Вот вам, вот вам. Обходите нас, подонки. Ага, не знают, где идти. Хорошо, я поставил стену. Что? Что? Пол. Ага. Энергии не хватает. Надо паровую. Есть у меня паровые? А у нас нет паровых турбин. Так, паровые машины нужны. Сделаю 4. Надо только 2. А я сделал 4. Труб нету. Не хватает.
хватает энергии. Хочет ближе. Нам нужно больше территории. Он хочет ближе, это все. Окей. Давай. Сделай. Сделай безопаснее. Говорит, так безопаснее. Безопаснее. Железо нужно мне. Не знаю на что. На что не пригодится. Так, вот угля у меня, можно сказать, нету. Чуть-чуть совсем осталось. На трубы. Надо вбухать все. Ну чё? На тебе все. Все, что у меня есть, отдам. На тебе это. Трубы на. И подземные трубы на. Не вижу букв на клавиатуре. Что мне надо сделать? Ага. Так, добавлю уголь. Так, дай мне трубы. Тогда. Так, трубы беру. Так, это... Это что такое? Вода. Теперь пар. А куда ты его ведешь? Так. Белки. Так. Ну, дальше, дальше. Пока маленькие жуки не опасны. Вот потом будут опасные. Средние, когда появятся. Гораздо сильнее. Стены, стены. Скорее, скорее, убивать, убивать всех. Как страшно. Страшная игра, страшно играть. Игра страшная, играть страшно. Мужиков убивай! Так. Ну, стены я поставил. А то мы проиграем. Так, я пишу, что нам нужно много угля сейчас. Говорит, много угля у нас есть. Ну ладно. Так, а это что у нас? О, меди полно.
Не собирается. Медь не собирается. Какой урон там увеличивается? 10%. Это смешно просто. Ну, пушка на 1/5 больше, более будет эффективная. Ну, немного. Так, сделаю стены. Так, энергия у нас нормально. Много энергии. Так, он говорит, нужно... А. Так, я делаю майнеры, в общем. Написал ему об этом. Вручную делаю стены. Ставил лабиринт для жуков. Противные жуки не хотят отдавать нам свою планету. Так, как-то моя голова. Вот так вот, чтобы моя голова видна тоже была. Этот провод от зарядки моей жены. Зарядка от ноутбука. Точнее, зарядка ноутбука моей жены. Вот. Моя жена не на зарядке, она живая. Без электричества живет. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Да. Говорит, они скоро будут атаковать. А, к пушкам беги. Противные жуки. Так, собираю железо. Че, нет железа? А. Так, соберу руду. О, печек не хватает. Печки добавлю. Угля. А какая музыка начинается? Руды. Железной. Так, патронов не очень много у меня. Стив тоже забирает. Так. Печки сделал я. Печки я не сделал. Ну, то есть майнер. Опа! Сохраняюсь. Он говорит, что он уходит. Ага. Я сохранился. Сохранился, выхожу. Говорит, вернусь через полчаса или через час. Ладно.
нажимаю Quit Game. А сохранился же я? Вроде да. Вот этот файл был. Ага. 1 час. Время игры 1 час 4 минуты. Да. Скриншот подходит. Как будто только что сохранился. Да, ну нажму еще раз. Все. Выхожу из игры. Вот какая музыка классная. Останавливаю запись. Так. Останавливаю запись. Останавливаю запись.